Давай с тобой писать. Давай? Да, это мой. Где мой? Ну, тебе найди. Так, я же вроде уже принеслась. Ну, пиши. Так, букву напишу. Это П. А где Т? А Т вот пишется, ну-ка, Т. Кабан писал. Вот правильно, Т. Вот Т. На Т такие буквы. Тузь. А? Тузя. Тузя? Что такое за Тузя? Кот такой и собака. Тузик. Тузик, что ли? Музик. Тузик, музик. Тузик, музик. Ну, я сама не напишу. Ту. Зик. Тузик. Толстопузик. Такой толстопузик. Такой толстопузик. Так. Буква Б. Б это не буква, а слог. Вот, смотри, Б и Е. Это будет Б. Кто так кричит Б? Б. Какое животное так кричит Б? Какое животное так кричит Б? Не надо так язык. Ну, какое животное Б кричит? Я его сейчас нарисую. Его легко рисовать, смотри. Вот это вот туловище, вот шея. Глаз еще один. Глаз. Вот у нее антенна. Антенна. Антенна у овцы. Ну а какую ты букву еще можешь написать? А умеешь? А, Б, Б, Б. Ну тут у тебя хорошо. Т и П получились. Анна, я умеешь, Анна? Бы. Бы. Вот это антенна. Хорошо, что хоть карандаш наконец-то правильно начал держать. Ты держал как-то неправильно все. Я за тебя очень рада. Всё. Я рада за тебя, что ты карандаш правильно стал держать. А то держал как-то неправильно. Давай теперь учись рисовать. Машину нарисуй. Мам, я и так могу. Ну, покажи. Я так могу машину рисовать. Ну, покажи. Опять не бежишь неправильно. Вот так я тоже. Только что правильно держала, сейчас опять начал. На трактор похоже. Каби. Наверное, ручка. Трактор. Человек. Почему у тебя колесо? Пассажиры. Почему у тебя колесо? Потому что в другая машина в колесо въезжаюсь. Она так вот. Вот. Вот другая машина. Ты карандаш держи так же, как ты когда и писал держал. Вот, вот так возьми. Тоже удобнее. Еще один трактор. Ты трактора рисуешь. Нет, это очень похоже на трактор. У трактора как раз одно заднее колесо больше, а переднее меньше. Где трактор получился? А вот нет. Ничего нет. Вот это не назад. А вот второй трактор. Мама, это не зад. Нет. А, вот это... а вертолет можешь нарисовать? Мама, вот перед, вот тут зад. Да. Вертолет, вот так, кабина у него, вот такая вот, вот здесь вот наверху пропеллер. Ничего себе. И он так закрутился. А где у него колесики? Вот маленькое колесико, еще, и еще. Так много? Да. Вот ну, так. Понятно, поезд. Можешь нарисовать поезд? Поезд тут подлиннее. Вот такой вот поезд, вагон. Вот сам поезд.
Вот еще вагон. А рельсы, по которым он поедет, где? Так, шпала. И еще одна шпала. Длинная это рельса, а шпала это поперечная. Вот это шпала. Шпалы. А теперь нарисую длинную железную дорогу. Без поезда, длинную. Длинная. Так, это одна рельса. Вторая. Так почему-то они у тебя разъезжаются. Они должны быть параллельными. Ну ладно, уж как получилось. Давай тебе шпалы рисуем. Это, наверное, только... Ого, ничего себе, такие большие длинные шпалы, раз такие бывают. И шпалы тоже перекрещиваются. Это, наверное, по линейке надо чертить. Да, по линейке параллельные линии чертить. Возьми линейку, начерти. А где я возьму? Где возьмешь? Я тебе все равно. Бери, проводи линию. Держи рукой линейку. Бери карандаш в другую руку. И проводи линию. Нет, ее не надо приклеить, надо рукой держать. Значит, ты держишь, я не буду держать. Давай я. Вот, а теперь вторую отступить надо. Вот теперь будут параллельные. Черти. Нет, по этой же линейке. Это перпендикулярно ты провел. А ты по этой же линейке проведи рядом. Вот, и получились... Получается две параллельные линии. А потом перпендикулярные. А перпендикулярные можно тоже вот так перевернуть. Мама, держи. Мама, что я буду держать? Держи ты. Я с одной стороны. Держи, мама. Смотри, он начал держать правильно карандаш. Да, ловко держится. Да. А потом такую? А круг обведи. Обведи круг. Нет, держи как, не надо перекладывать. Хорошо сейчас держал. Это ты сейчас плохо взял. Ты сейчас, ну, правильно держал, а сейчас неправильно.